целью предотвратить загрязнение Киева радиоактивными веществами, переносимых колесами и кузовом автотранспорта, на 8 въездах в город был организован дозиметрический контроль автотехники и его специальная обработка. Построены пункты специальной обработки автотранспорта в черте города Киев, в их числе летнее ПУСО в поселке Гореничи, Гостомель, Быковня, возле города Обухов на 42-м километре, около села Демидов, на улице Богатырской, что на Киевском районе Оболонь, а также на проспекте Кошевого и на въезде со стороны города Борисполь. А затем были построены зимние ПУСО в поселке Гостомель, Гореничи возле танкового училища и в поселке Быковня, а также на улице Богатырской. Зимние ПУСО представляют собой большой ангар, в отличие от летних, где обычная открытая площадка. В комплекс строительства моечного пункта входила площадка с эстакадой для мойки автомобилей с системой закрытого водоотвода. Предусматривалась площадка для отстоя автотранспорта, степень загрязнения которого после мойки выше принятых норм. Очистные сооружения и резервуары-накопители в местах отсутствия системы канализации. На указанных моечных пунктах находилось круглосуточное дежурство дозиметрической группы и полноценная система пункта дезактивации, которая осуществлялась воинскими подразделениями. Моечные пункты функционировали с 20 мая 1986 года. На моечных пунктах по улице Богатырской, как и у поселка Быковня, и на Киевских Теремках сток воды от мойки автомашин осуществлялся через колодцы-отстойники и очистные сооружения в систему городской канализации с последующим сбросом ее на бортническую станцию аэрации. На моечных пунктах у Гостомеля, Демидов и Гореничи сточные воды проходили через очистные сооружения, в которых происходило осаждение радиоактивного ила в резервуары-накопители с последующей вывозкой этого мула и осветленной воды специальным транспортом. Все вышерассказанное описывается в книге «Чернобыльское досье КГБ». Но есть еще кое-что интересное. Засекречено. Управление Комитета государственной безопасности для Вышгородского района Киевской области. Уровень радиации находится в допустимых пределах за исключением территории ПУСО возле села Демидов. Собственно, в своих прошлых поездках я лично подтвердил остаточную загрязненность пункта возле села Демидов. А сколько еще подобных мест? С вами был Влад. Увидимся в следующих видео.